Всем привет. Меня зовут Ася. Я... Можно заново, нет? Ладно. Значит, меня зовут Ася, я занимаюсь разработкой игр, разработкой виртуальной и дополненной реальности. Я занимаюсь с 2015 года примерно. Последний год я занимаюсь мобильной разработкой игр и работаю в компании AS Games, должность моя называется Project Manager. Сегодня я расскажу о VR, но у меня цель будет не продать VR, как обычно это делают на выступлениях, а рассказать то, как это есть на самом деле на текущий момент. То есть без прогнозов на будущее я не буду много говорить о прекрасном или ужасном будущем, которое нас ожидает, а о том, как VR применяется действительно сейчас и почему. Так, ну поехали. Первое. Немножко расставим на свои места термины. То, что сейчас написано на слайде, это как бы Википедия. Очевидно. Смотрите, виртуальная реальность — это когда мы основные различия, да? Это когда мы человека погружаем в другой мир, изолируя... Я понял, да? Мне замолкать? Все в порядке? Хорошо, продолжим. Смотрите, под виртуальной реальностью мы всегда понимаем тот стек технологий, который изолирует человека из текущей реальности. То есть мы путем очков, шлемов и других приспособлений выводим его и погружаем его в другой мир. Соответственно, человек оказывается полностью дезориентирован относительно текущего мира, он не видит, что происходит. У него все органы восприятия, насколько мы можем, находятся в другой реальности. Что касается дополненной и смешанной реальности, у них почти в этом это очень близкие понятия. Дополненная реальность, когда мы как-то информационно или еще чем-то дополняем текущую реальность. И в основном она используется на мобильных телефонах и планшетах. Смешанная реальность — это все то же самое, но немножко в большем масштабе, и здесь мы используем все-таки очки. Очки смешанной реальности. Дополненная реальность. Вот. Первое, с чего хотелось бы начать на текущий момент, это вот циферки объемов рынка. Соответственно, в 2019-2020 год — это реальные цифры, с 2021 до 2023 мы прогнозируем. Красным выделены объемы рынка по дополненной реальности, серым и черным по виртуальной реальности, при этом черные — это те, у кого пользователи виртуальной реальности, у кого есть собственные очки, а серые — это те, кто ходит в клубы или те, кто у друзей, ну вот в таком формате. Соответственно, основное, что мы видим, это рынок дополненной реальности. Уже на текущий момент больше виртуальный, и разрыв будет все больше, больше и больше. Почему это так? На самом деле я буду рассказывать весь следующий доклад. Сферы применения. AR и VR вместе. Соответственно, основные... здесь они, скажем так, от менее популярных к более популярным примерно расположены. То есть изначально, где это планируется, о добром, классном, вечном обучении медицина, удаленный контроль за сотрудниками, вообще там, да, за тем, что происходит, соответственно, и общение это уже есть на данный момент и применяется. Маркетинг, да, решение игры — это то, что, собственно говоря, и двигает. Мир у нас такой. Поехали. Начнем с обучения. Как это представляется в идеале? Как это должно быть с точки зрения технологии? Это что мы человека будем погружать в шлем и давать ему какие-то навыки, обучать его каким-то навыкам при помощи там, подсказок, тутеров, игр и прочего. Тому, что мы не можем сделать в реальном мире. Допустим, мы можем какие-то пограничные кейсы в случае ошибки на производстве показать, что оно взорвется. Естественно, никто не будет взорвать ни макет, ни настоящую электростанцию, но в VR мы можем ее взорвать, и нам от этого ничего не будет.
соответственно, не надо строить демо-стенды, вот давайте мы будем так это показывать. Это, опять же, безопасно, можно проводить химические опыты, опыты с реактивами, показывать детям, что будет, если смешать вот это и это, что за большой взрыв будет и почему он будет, ну вот, типа, безопасной для них среде. Применяют, по идее, это должны применять в школах, в учебных заведениях, на опасных производствах, больших, допустим, на нефтезаводах и прочих вещах, рассказывать на этом технику безопасности, либо повышать квалификацию в работе с новым оборудованием. Но это не работает и не будет работать. Дело в том, что когда мы человек обучается, у него есть три основных навыка, которые запечатываются в... Ну, которые мы запоминаем. Мы запоминаем информацию или интеллект, сухие цифры, хуже всего. Мы запоминаем эмоции, которые мы испытываем. Эмоции являются тем самым драйвом, который запечатывает нам навыки. И мы запоминаем... Да, что... Все хорошо? И основное еще, третье, мы запоминаем... вырабатываем физические навыки. Допустим, водить машину – это физический навык. Абсолютно четко физический навык, закрепленный дорефлексом. Работать с каким-либо оборудованием – это тоже физический навык. Нужно его правильно держать и так далее, и так далее. Так вот, обучение в виртуальной реальности и в дополненной тоже никогда не даст нам этих самых физических навыков. Никогда не сможет в VR научиться водить машину или еще что-то, если это не огромный, дорогой, специально построенный тренажер. То есть да, мы знаем, что VR применяют для обучения пилотов летать на самолетах, но при этом, помимо самих очков виртуальной реальности, они там далеко не главные. Там самое главное, это, собственно говоря, сам мини-самолет кабина, которая выстроена вокруг человека, симулятор, в который он садится, где реальные кнопки, реальные рычаги, и они ведут себя ровно точно так же, как и в реальном самолете. Зачастую это могут быть не шлем, это могут быть просто 4-5 экранов мониторов, выставленных по кругу, и, собственно, эффект будет тот же самый. Поэтому обучение работает только с точки зрения подачи дополнительной какой-то информации, либо вот, ну, там, эмоции напугать и так далее. В этом плане тут, опять же, дополненная реальность выигрывает, потому что мы можем при помощи телефона или очков дополненной реальности, кстати, стоит как крыло от Боинга, но тем не менее, дать человеку какие-то подсказки и туторы по ходу того, что он делает. Поэтому здесь вот так. Значит, дальше. Медицина. Тоже реальные кейсы, куча стартапов на эту тему, где используются для психологической реабилитации человека, то есть с каким-то, после каких-то травм одевают шлем, помещают в какую-то среду виртуальную, и вот так человек отходит. Если для медработников, опять же, обучение каким-то сложным операциям, я таких стартапов видела достаточно много, но, опять же, физический навык не закрепляется, поэтому это все остается на уровне «вау, игрушка, классно», в реальной жизни не внедряют. Обучение работе с оборудованием, естественно, информацию рассказывают и показывают. Возможно, с планшетами, с дополненной реальностью, это как раз более-менее не работать. И вот последний пункт по поводу визуализации состояния. Это есть такой стартап. Все ссылки, если будет интересно, расскажу после доклада. Есть такой стартап, где они на основании данных, снимаемых с человека, в текущем времени его показания и анализов моделируют то, как у него, что у него в организме происходит на данный момент, и, соответственно, врачу это показывают чуть ли не возможности в разрезе. Очень крутая штука, но на самом деле настолько дорогая, долгая и муторная, что хороший медик по отчетам показаний поймет, что с вами не так, гораздо быстрее, нежели чем будет вся эта красота настраиваться и диагностироваться. Но это есть. Возможно, с развитием технологий как бы медикам с этим станет проще. Но, опять же, это не реально, что происходит. Это модель на основании каких-то внешних данных. То есть она не дает 100% гарантии. По поводу мониторинга удаленных объектов. Прекрасный кейс Роснефти.
Значит, что они сделали? Они построили в виртуальной реальности аналог своего собственного завода где-то далеко-далеко на севере. Весь завод напичкали кучей датчиков, которые передавали данные, ну, соответственно, на сервак. С сервака эти данные падали на игровой сервер, и объекты двигались ровно, ну, вот в этом мире виртуальном, ровно точно так же, как они двигаются в реальном мире. Соответственно, инспекторы одевал шлем, это выводилось на экран планшета компьютера, можно было побегать, как в компьютерной игре, ну и, соответственно, в VR с эффектом присутствия тоже. Настолько досконально проработанная была модель, что туда даже запихнули медведей, которые периодически переодели и топтали провода непосредственно на самой вот этой базе. Очень крутой кейс, очень долгое и дорогое было производство, ну и в случае, если надо что-то поменять. Хорошо. Так. Мне тут подсказали, что я слишком быстро лечу по докладу. Да, я говорила про кейс Роснефти. Соответственно, это очень, очень крутая штука, когда можно так отследить, что действительно происходит. Более того, там вывели кучу разных датчиков того, что там температур и прочих. Если в каком-то цехе, допустим, повышалась температура, его подсвечивали красным. Ну, то есть система мониторинга в реальном времени, все та, которая есть и давным-давно применяется на опасных производствах, но ее перенесли в виртуальную реальность. Долгий, дорогой проект, насколько я помню, ребята делали его порядка там года. Но вот, опять же, такой тоже можно повторить. Дальше, вот все то, что у меня было до этого, это прикольные кейсы применения виртуальной реальности, которые не необходимы в реальной жизни, без которых можно обойтись, более того, внедрение которых в производственный процесс, в технологии и так далее, займет кучу времени, кучу денег, и не факт, что принесет ту пользу, на которой, ну, как бы, принесет пользу столько, сколько времени, сил и, соответственно, денег было вложено в разработку данных кейсов. Общение. Вот здесь мы уже более-менее подходим к тому, что есть на данный момент, что живет и процветает, и что имеет смысл и хотят сделать. Общение в виртуальной реальности делится на, условно, как бы я его разделила на две такие группы. Это когда мы общаемся по работе и... Да? Спасибо. Это когда мы общаемся по работе, общаемся с друзьями. Меня не слышно? Или что? Хорошо. Когда мы общаемся по работе, это первые два пункта – виртуальные переговорки и удаленная презентация. То есть что имеется в виду? Аналог наших зумов, скайпах и прочего, прочих созвонов только в VR. На начале 2020 года, когда ударил карантин, очень много заказчиков приходили ко мне именно с этой идеей. А давай мы сделаем виртуальную переговорку. А сколько будет, ну, как бы, такая штука разрабатываться. И, скорее всего, они точно делаются, раз спрос был. Но с виртуальными переговорками есть два маленьких нюанса. Первое, это если там, мы, когда сидим в скайпе или зуме, мы можем выключить камеру, и до свидания, на нас будет погасить микрофон и не слушать. В виртуальной реальности ты будешь поставлен в виртуальной комнате посредством аватара. Ну, что такое, наверное, VR-чат, слышали. Соответственно, за тебя там явно может сидеть какой-то другой человек и присутствовать вместо этого. Ну и плюс ко всему, такая переговорка будет требовать очень хорошего канала от всех, и от того, кто держит этот хост, и от того, кто подсоединен. Намного лучшего канала, нежели чем просто созвон в Zoom или Jitsi. Удаленная презентация то же самое. Та же самая переговорка, но есть случаи, когда конкретные кейсы, когда нужно предоставить заказчику и показать какой-то очень крупногабаритный товар, например, робот для завода или какая-то станция, не станция, а как это называется там, производственная машина,
вот какая-то большая-большая-большая техника, которую должны отправить куда-нибудь на Дальний Север. Соответственно, надо либо сейчас, как это происходит, компании, которые производят эту штуку, они приглашают к себе и показывают, ну, непосредственно у себя на заводе. Вот модель, как она производится и так далее. Когда мы, если мы делаем это через VR-ку, то мы можем сделать модель этого в VR и не тащить к себе человека командировочный. Зачастую это очень долго, дорого или почти невозможно, либо нет, ну, как бы привести к нему вообще оборудование, это конские расходы. И если его не купят, то как бы, ну, это совсем бесполезно. Вот. Поэтому эти штуки будут, такие платформы на текущий момент уже есть, и их имеет смысл разрабатывать, в них имеет смысл для людей вкладывать деньги, поскольку там это большой бизнес, там, в принципе, одна сделка окупит реализацию такого презентационного решения. Виртуальные сообщества и виртуальные конференции одна и та же, есть несколько платформ. Одна очень большая и несколько платформ поменьше, которые позволяют организовывать виртуальные конференции, ну или просто виртуальное общение. Там тот же VR-чат, например. С виртуальными конференциями это имеет смысл, если конференция международная, не всех возможно притащить в один город, разместить и так далее, все подключаются в VR. Но из минусов мы получаем деловое общение, общение в каких-то мини-переговорках. Но опять же, там все представлены посредством аватара и все минусы виртуального общения. Отсутствие мимика, выражение глаз, возможность выключить микрофон, что-то там сказать, не сказать, не услышать, пожаловаться на обрывы связи. Ну, в общем, и все сопутствующие с этим. Плюс ко всему, на текущий момент платформы для виртуальных конференций достаточно дорогие. Допустим, тот же House Constructions провести в VR будет стоить, ну, типа, ну, даже дороже, нежели чем привести нас всех сюда. Но лет через 10, я думаю, что возможно и такое, что это будет. Вот. Наконец, подходим к той области применения вот этих современных технологий, которая сейчас, собственно, их и двигает. И будет двигать. Это маркетинг и продажи. Маркетинг в дополненной реальности. Есть два момента. Как это можно организовать, как это представляют. Первое, это у нас есть традиционные физические средства рекламы, буклеты, брошюры, логотипы и так далее. На них вешают какой-то 3D-объект с анимашкой, ну, то есть, грубо говоря, оживляют его, вызывая вау-эффект. Этот вау-эффект, ну, соответственно, видно через телефон, либо через планшет, с дополненной реальностью, либо через еще какие-то штуки, и это просто увеличивает, ну, делает вау, увеличивает узнаваемость бренда. Есть будущее, которое хочется видеть, то есть очень хочется рекламодателям видеть, но оно возможно только если все из нас оденут очки. Дело в том, что у нас есть огромное количество площадей, не занятых рекламой, которые занять рекламой не позволит город, муниципалитет и так далее. Более, то есть стены, улицы, столбы, и на которых мы можем повесить только один баннер, и он будет один для всех. Если все оденут очки дополненной реальности, то эту рекламу можно будет вешать везде, количество спама увеличится, и делать ее персонализированной под человека. На текущий момент это тоже возможно, и так делают, есть несколько стартапов на эту тему, но почему это не работает? По той простой причине, что человеку нужно держать в руках телефон и смотреть на это все через телефон. Люди не ходят и не рассматривают стены и улицы домов через телефон. И это принесет твое распространение только тогда, когда очки наденут все. То есть это когда они станут меньше, компактнее, удобнее, когда они перестанут стоить таких конских денег и станут по цене среднестатистического бюджетного смартфона, вот тогда мы увидим то самое будущее. Ну или линзы, как в черном зеркале, не знаю. И
Третье применение маркетинга с дополненной реальностью – это прекрасный кейс IKEA, он же есть у Leroy Merlin, у остальных. Это когда через дополненную реальность в своем доме человек может расставить предметы мебели и интерьера и посмотреть, как оно будет смотреться. Офигенная штука, очень классно продается, вот она просто есть, ей пользуются. Это та реальность, которая у нас уже сейчас. Дальше. Дальше про VR-ные демо-решения, где в маркетинге используется именно VR-ка. В основном это development. То есть development не в плане разработки, как мы привыкли слышать это слово, а в плане строительства реальных домов. То есть когда строится, продается элитная недвижимость, сначала делают параллельно с началом строительства для продажи будущим владельцам, делают то, что будет в VR, собирают эту сцену и всех желающих приглашают прогуляться по вашему дому, как он будет. Там она достаточно интерактивная, там открываются двери, шкафчики, ручки, включается, выключается свет. То есть реально очень классные делают решения. И применяется это только зачастую в элитной недвижимости. Логично, почему. Там также есть возможность посмотреть, что будет внутри, то есть, допустим, перейти в другой режим, посмотреть, как у вас будут коммуникации. Стены, потолок, вода и так далее. Водопровод. Но тут тоже очень важно понимать, что это то, как они хотели бы, чтобы были проложены эти коммуникации, это то, как они хотели бы, чтобы выглядел ваш дом. Это вообще не дает никакой гарантии, что это будет так. Что строители именно так это проложат, именно из этих материалов, именно в такой конфигурации, это модель компьютерная, как игра, не реальность. Вот, соответственно, также в VR зачастую, тоже возвращаясь к кейсу Роснефти, демонстрируют как масштабные объекты для продажи. Что имеется в виду? Уже, наверное, года 4 или лет 5 на презентациях BMW и Mercedes в VR можно их потрогать, пощупать их новые машины, открыть, посмотреть, что внутри, как она состоит. Опять же, они берут эту 3D-модель, засовывают ее на сцену и вот, пожалуйста, пускают туда человека. Смотри, играйся классно. Это используется в основном для таких вот презентационных решений именно в этой сфере. Близко к VR-переговоркам. Очень близко к VR-переговоркам. То есть вот от этой демо, от такого демо-решения, в принципе, до VR-переговорки с точки зрения бизнеса один шаг. С точки зрения разработки нет. Далеко нет, и я этому коснусь дальше. Игры. Вот это, наверное, вторая сфера после маркетинга, которая двигает нашу индустрию и разработку по двум причинам. Ну, во-первых, это очень классное применение, а во-вторых, это очень близко по специалистам и необходимым специалистам для создания. AR-ные игры, Pokemon Go, Ingress, его предшественник, сорвали просто все, что можно. Если кто помнит, за покемонами охотишься, бегаешь, они вот типа... Это как раз классическое применение AR-а, прям вот дополнение реальности идеально. Есть куча раскрасок для детей, где дается реальный физический носитель, вы его раскрашиваете, считываете изображение, потом при помощи дополненной реальности играете в гоночки, не знаю, с куклами, которые вы сами же и раскрасили, и вот они у вас такие классные проекты. Если мы говорим про раскраски и настолки, это проекты делаются в соло зачастую, то есть там 2-3 специалиста максимум, они делаются недолго, они прикольные, этим завалены хакатоны, на протяжении последних 6 лет. Pokemon Go Ingress, соответственно, шаг вперед, но это уже большая разработка, классная игра. Там уже много-много-много обычной игровой логики. Про VR, про VR-ные игры. Я их разделила на две категории по сфере применения. На домашний VR и на LBE VR. LBE VR – это площадки виртуальной реальности. Наверняка видели, в Москве и Питере их полно. В других городах их меньше. По домашнему.
по домашнему VR, как это вообще обычно все происходит? Люди покупают, либо где-то достают шлема. Шлем к себе домой. Они стали, ну, шлема предыдущих поколений сейчас достаточно дешевые. Соответственно, первый раз они вешают, выставляют на стойках, настраивают комнату. Для того, чтобы комфортно играть человеку в соло в VR, ему нужно 4 квадратных метра, ну, то есть 2 на 2. Метр на метр будет тесно, и есть шанс кому-нибудь заехать руками, ну, то есть как бы некуда ходить. Вот 2 на 2 метра нормально. 2 на 2 квадратных метра на самом деле в условиях Москвы и Питера в наших квартирах это достаточно много места, которое не бывает голым и свободным абсолютно полностью всегда. Чаще всего это чем-то заставлено. И вот первый раз человек приходит, он его выставил, все откалибровал, все настроил, уже устал, пока все убирал и откалибровывал. Ну так нет, ну уже же одел шлем, подключил это все к компьютеру, завелось не с первого раза, поиграли. Классно. Раз, два, три. Потом вечером пришел уставший с работы. Я хочу поиграть. Нет, я хочу поиграть на телефоне, лежа на диване. И это и есть основная проблема домашнего VR. Долго и муторно раскладывать, калибровать. Они все равно сбиваются, эти комнаты. И с этим ничего не поделаешь. Ну, то есть просто сам цикл от момента того, когда мне пришла мысль, я хочу поиграть дома в Half-Life Alyx, до момента того, как я начала в нее играть, у меня пройдет 20 минут уборки. Плюс ко всему нужно постараться не наступить на хвост коту и не получить расцарапанную ногу. Нужно постараться не убить джойстиком своих домочадцев, не разбить его об стену, еще хуже об сервант. Ну и далее по списку. Но у домашнего VR, если рассматривать его вот так достаточно здраво, есть свои плюсы. Это то, что человек не контролирует... Человек сам контролирует продолжительность сеанса виртуальной реальности. То есть он не ограничен площадочными. У вас есть 20 минут, чтобы поиграть, он может играть час, два, три. В принципе, в среднем играют порядка 2 часов. Больше уже тяжело физически. Ну, мой личный рекорд на запусках одной из крупных площадок Москвы – это 10 часов в шлеме непрерывно, почти без перерыва. Но никому не советую. Потом очень плохо. И, соответственно, так как у нас есть неограниченный, есть куча рисовалок в VR классных, так как у нас есть неограниченный сеанс связи, все, смотрю на прекрасную зону с компами, есть неограниченный по времени игрок, то мы можем делать долгие игры, мы можем делать 20-30 часов контента, и это будет классно. Но проблема в том, что навряд ли все дойдут до конца. И, честно говоря, еще не смотрела статистику, сколько людей начали и сколько людей закончили играть в Half-Life Alyx, ну, дошли ее, прошли ее полностью, но было бы интересно. Дальше. Да, тут еще один минус, про который я не сказала. Достаточно хорошие очки стоят дорого. Хорошие очки, чтобы они еще и хорошо, быстро работали и показывали, то, ну, тут нужен еще дорогой комп с современной видеокартой. И это, ну, не, то есть у нас получится где-то, ну, $1,000 точно нужно на то, чтобы организовать себе дома такое развлечение. Плюс всему ты им еще пользоваться будешь непостоянно. Плюс он еще место занимает. Ну, короче, домашний VR не взлетел и не взлетит. Именно по вот этим вот простым человеческим причинам. Оно должно быть быстро и просто. Если у нас будет, технологии шагнут нормально до того состояния, когда очки дополненной реальности будут везде, вот там мы как раз увидим этот бум. Потому что, скорее всего, они будут такие, какие очки для зрения у меня на голове, ну, типа, чуть-чуть, может быть, потолще, но не HoloLens, где такая бандура килограммовая. LBE VR или площадки. Это та штука, которая двигала VR, именно технологии виртуальной реальности, по всему миру до карантина. Почему? Потому что это коммерчески успешные игры, на них просто и понятно зарабатывать деньги. Они быстрее в производстве, так как сеанс 20 минут, их много, многие студии их производят. Но
Здесь, и здесь есть как раз та самая возможность, которой нет у домашнего VR. Дело в том, что у человека 5 органов чувств, а не 2. Если мы говорим про домашний VR, то мы заменяем для погружения в виртуальную реальность, мы используем зрение и мы используем слух. То есть очки плюс звук. Всего остального у нас, ну, типа, просто человек не будет это дома строить. Ему-то со зрением-то сложно, ну, с трекингом. Здесь мы даем возможность full body трекинга. Ну, опять же, дома тоже можно, но навряд ли. Мы даем, у нас есть возможность full body трекинга одеть, откалибровать, чтобы все трекалось правильно, ничего не улетало и так далее. У нас есть возможность взаимодействовать, выстроить площадку, сделать ее конфигурируемой. Это виброполы, вентиляторы, куча-куча-куча других вещей, которые дают возможность конфигурировать площадку по мере игры и давать как раз ту самую обратную связь. При этом она не должна быть максимально точной, если, как если мы говорим про обучение в виртуальной реальности. Потому что если мы говорим про обучение, допустим, один из проектов моих тоже, обучение сварки в виртуальной реальности. Классно, круто, но сварочный аппарат джойстик никогда не заменит. Как бы отдачу я там не настраивала, и сколько бы я туда не вешала, ну, как бы каких-либо трекеров. Для игры тебе и не нужно заменять, условно говоря, там какую-то кнопку или сварочный аппарат. Достаточно, чтобы у человека просто было небольшое подтверждение, и для игры будет нормально, что он типа, о, да, я действительно нажал на кнопку, все, оно типа классно сработало. Но это пойдет для этого, но не пойдет для реальных навыков. Вследствие того, что площадки, они достаточно сложные и дорогие получаются из-за вот этого всего большого производства. Из-за этого мы имеем то, что эти площадки рентабельны только в больших городах. То есть в Москве, Питере, Вене, в городах-миллионниках рентабельно открывать VR-площадку, в каком-нибудь маленьком городе на 10 тысяч населения, там, условно, в Воронеже, абсолютно не рентабельно ее открывать, потому что цена билета будет слишком высокая, люди не пойдут, а ниже не можешь поставить, потому что ты закупил кучу оборудования, у тебя есть оборудование базовое, там, компы и шлема, которые, цена которых не поменяется, а не уменьшится, а скорее наоборот увеличится, плюс там движки и прочее, от того, чтобы привезти это в провинцию, потому что мы получим цену логистики. VR-площадки, естественно, все позакрывались с карантином. В Москве было порядка 5 или 7 компаний, которые делали виртуальную реальность. Сейчас я знаю, именно команд разработки, не самих аттракционов, а именно команд разработки. Сейчас я, насколько знаю, осталось 2-3, не больше. Ну, это, соответственно, если эта вся ситуация с общемировым кризисом ковида пойдет и сойдет на нет, то VR-площадки начнут оживать в полную силу. Они уже сейчас начинают оживать, люди начинают потихоньку ходить, вводят ограничения по количеству людей и так далее. Но, опять же, у меня была самая большая площадка в Москве, у меня было 16 человек в час пропускная способность, и при этом, ну, как бы, открывать такую, ну, вторую такую же в провинции и не имело смысла. И сейчас ее, соответственно, нету, карантин такой карантин. Итого, что мы имеем в итоге по виртуальной реальности? Почему все так, как есть сейчас на самом деле? Мы имеем долгий и дорогой цикл разработки. Это настоящий нормальный геймдев, в котором нужны много людей для того, чтобы игра или инструмент получился качественный. Это очень высокая квалификация специалистов, которые должны это разрабатывать, если это должны... Иначе, если это будет сделано с меньшей квалификацией, это просто не заработает. Ну, то есть люди в это не поверят. Дальше у нас либо специализированная площадка и большая штука, которую мы специально оборудуем для того, чтобы погрузить человека полностью, либо в игру, либо в какой-то тренажер, симулятор, вот те же авиатренажеры, либо человеческий мозг будет ему постоянно маленькой такой этой говорить, типа, чувак, ты не в настоящем мире. То есть мы не полностью обманем все органы чувств. Малая пропускная способность площадки, это то, что касается именно зарабатывания денег на этом. Потому что в среднем обычно играют на площадке одновременно, ну, на одной площадке в одну игру 3 человека. 4 в Москве. Вот, опять же говорю, у меня было 8 одновременно с получасовым сеансом, но это уже очень дорого, только Psytrak только позволяет делать.
Дальше. Человек в VR долго не может находиться. Соответственно, это касается в первую очередь бизнес-применений. Если с играми все понятно, 20 минут, час, полчаса, час поиграл, 2 часа поиграл, и все ок, человек не сможет работать в VR. Просто потому, что это, ну, как бы физически достаточно тяжело с вестибулярным аппаратом, со зрением, с прочим. С каждым новым поколением очков эта ситуация все улучшается. Но до того, чтобы перенести рабочее место в VR, нам еще действительно очень далеко. Нам всем. Здоровые, выносливые, молодые люди могут себе это позволить. Люди уже там постарше? Нет. Соответственно, что касается короткого сеанса на площадке, здесь я имею в виду то, что за 20 минут ты не можешь дать полноценный сюжет классной игры. Тебе нужно больше времени, чтобы сделать, погрузить человека в этот мир, рассказать ему лор этого мира, рассказать ему... Ну вот, нужно много времени и много деталей. За 20-минутный 30, сеанс площадки это сделать фактически невозможно. Близко к невозможному, очень сложно. Дороговизна оборудования. Да, опять же, популярность начнет набирать, скорее всего, тогда, когда это будет стоить как средний мобильный телефон. На текущий момент это достаточно дорого. С закреплением навыков говорила уже достаточно много. И мало специалистов. Что я имею в виду под мало специалистов? VR – это дополнительная технология, которая дает возможность, ну, еще одну возможность вывода. Это не отменяет навыков программирования. Это требует намного больших навыков от создателей контента, нежели чем просто ПК. Потому что с VR мы где-то немножечко откатываемся назад, мы рендеримся на два глаза, и, соответственно, нам нужно намного больше заниматься оптимизацией. При том, что нам нужно намного больше заниматься оптимизацией, мы не можем брезговать какими-то вещами, иначе человек нам не поверит. То есть мы вынуждены делать очень высокое качество текстур, мы вынуждены делать очень высокую полигональность и прочее, иначе человек будет, ну, типа, я нахожусь в компьютерной игре. Чтобы обмануть мозг, нужно понимать, во-первых, как он работает, то есть очень хорошо знать психологию и физиологию человека, и действительно очень ресурсоемко заморочиться. Таких специалистов с такой квалификацией очень мало. К сожалению, я вижу очень много людей, которые попробовали библиотеки, на которых делается VR, но абсолютно не понимают, что они делают. Про то, как он делается, чуть попозже расскажу. По дополненной реальности. Мы имеем, что так как более быстрый цикл разработки по сравнению с VR, соответственно, не нужно так сильно заморачиваться, как в VR, чтобы обмануть там с контентом. Запускается на мобильном телефоне, соответственно, больше устройств, на котором это запускается. Эти устройства есть у людей, и на текущий, там, на 21-м году находимся. Даже самый, там, не знаю, дешевый телефон за 10 тысяч рублей, скорее всего, потянет у вас дополненную реальность и будет ее воспроизводить. Она будет лагать, но он будет это делать. При всем при этом мы не ходим с телефоном и не смотрим вот так вот, поэтому это заработает на полную кадушку, когда технологии очков дорастут до того, что у нас есть. Есть реальный кейс применения при добром, классном, вечном при обучении со специалистами, та же жопа. Опять же, в том плане, что их мало квалифицированных, их много, студентов, которые пощупали библиотеки, но для того, чтобы и этого хватает для того, чтобы делать демо-решение, которое работает на выставке ровно один день, потому что его никогда нигде не запустят. Но если делать что-то хорошее, нормальное, то, ну, типа, вот и их навыков далеко не хватит, нужно уже доработать дальше. В совокупности, если сравнивать эти две штуки, то мы получаем, что за счет того, что у AR больше возможностей распространиться и быстрее вход в разработку и быстрее в возможность воспроизвести это все на телефоне, мы видели то, что мы видели на первом слайде. Рынок AR больше, чем рынок VR.
По поводу пропускной способности, также, если мы говорим про демо-стенды, то для того, чтобы на выставке поставить VR и показать всем желающим, нужно каждого одеть, раздеть, и для каждого нужны очки. Здесь с AR-ом у нас этих проблем нету. Вот, пожалуйста, наведите ваш телефон. Нам не нужно свое оборудование надевать на человека, достаточно его телефона. Именно это и является теми причинами, почему лично мое убеждение, что с дополненной реальностью она будет проходить, развиваться и приобретать масштабы, и рынок будет расти очень сильно. С виртуальной реальностью он, скорее всего, будет, ну, как бы потихонечку стагнировать и двигаться only играми и какими-то там сопутствующими применениями. Но в конечном итоге вот мы уйдем туда абсолютно в AR, не VR. Пару слов о том, на чем мы разрабатываем всю эту историю. В первую очередь, это игровые движки. Это Unity, Unreal, CryEngine. Ну, CryEngine тут сбоку припеку надо было что-то третьим поставить, поэтому Юнька дает возможность, 19-й версии, дает возможность из коробки сделать VR-проект и подключить любые VR-очки, так же само, как и AR-проект сделать из коробки. Она интегрировала в себя библиотеку Vuforia, пожалуйста, делайте. С Unreal'ом чуть-чуть посложнее, по-моему, с AR-ом, но с VR-кой то же самое. Все создается из коробки. Сейчас не надо быть крутым, мега-крутым специалистом для того, чтобы подключить там и вывести изображение в эти самые очки. Оно все подключается, вот просто соедини и настрой. У CryEngine тоже есть поддержка, но у CryEngine нет сообщества, поэтому, ну, типа там на нем очень мало разрабатывают. Библиотеки, которые используются, OpenCV, естественно, для распознавания, лежит в базе всего этого счастья. AirCore и ArchKit, в зависимости от платформы, одно для iOS, второе для Android, позволяют трекать поверхности и так далее, и в Vuforia. У всех у них, опять же, еще раз, очень легкий старт. Любой школьник может запустить и вывести какую-нибудь стоковую 3D-модельку или объект поверх маркера, либо в очки виртуальной реальности. Но это не делает игру игрой, а продукт продуктом. Это, ну, текущая проблема, да, иду к навыкам. Текущая проблема состоит в том, что со специалистами жопа. Навыки, которые необходимы для того, чтобы сделать что-то в какой-то продукт в VR или AR, нам нужны программисты, и это, опять же, это не просто запустить библиотеку. Нужно понимать, как только мы сталкиваемся с чем-то большим, чем просто запустить демку, нужно понимать, как работает оптимизация видеокарточки, шейдера, как они отрисовываются и прочее, прочее, прочее. И квалификация такого человека должна быть ниже, да, крепкого медла. Нам нужны 3D-моделеры, аниматоры, художники. И эти ребята есть, ну, так же, как и программисты. Опять же, еще раз повторюсь про оптимизацию. Можно найти на стоке 3D-модель, можно найти заанимированную 3D-модель на стоке, но если вы хотите сделать что-то действительно красивое, то вам придется самим это либо с помощью отдельных специалистов моделировать и анимировать. Соответственно, рисовать интерфейсов. И эти все ребята есть. Хуже с левел-дизайнерами, потому что это чисто такая геймдевная профессия и специальность, а в AR она не используется, и таких ребят очень мало. С левел-дизайном VR-ка не прощает ошибок в левел-дизайне многих. И, во-первых, с точки зрения там, большого количества, опять же, объектов на сцене и полигонов, во-вторых, если сильно кривые ошибки в левел-дизайне, то человек просто не верит. Он говорит, я не верю, мне неинтересно, я снимаю шлем, ну, как бы, до свидания. И очень редкие звери, которых я вот за 3 года так и не смогла найти ни одного нормального под VR-ку, это VFX-ер, это специалист по эффектам. Дело в том, что, как бы мы так не задумывались, любая штука, которая у нас происходит, это взрывы, все, что мы хотим показать, вот тут крутые взрывы, огонь и прочее, 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 это все эффекты.
эффекты должны быть красивыми, красочными, чтобы в них поверили и не зависать в очках. Потому что если мы в очках... Почему я столько всего говорю про оптимизацию? Потому что если в очках FPS падает ниже 60, то человек автоматически начинает тошнить. Ниже 30 тащите тазик, в прямом смысле этого слова. В среднем нужно ориентироваться на 120 FPS. Соответственно, вот это ограничения, из которых мы все исходим. Ну вот, в принципе, наверное, и все, что я хотела рассказать вам сегодня. Если есть какие-то вопросы, готова на них ответить.